Постановка о жизни Маяковского и пьеса о трагической судьбе Сергея Кирова. Драмтеатр готовит большой проект «Механика памяти». Это целый набор эскизов спектаклей, моноспектаклей, лекций и читок архивных документов. Их привез в наш город известный театральный критик и режиссер из Москвы Александр Вислов. Гости столицы и актеры кировской драмы начали готовиться к проекту за круглым столом, пока обсуждают эскиз спектакля «Дело Кирова». К нему режиссер из Москвы готовился давно, изучал архивные документы о Сергее Мироновиче Кирове. Главной темой станет трагический уход из жизни российского политика. В спектакле будет показана своя версия того, почему после смерти Кирова политическая жизнь в стране серьезно поменялась. Это просвещение, просвещение наше с вами о том, о нашем прошлом, о соединении его с будущим. С нашим сегодняшним настоящим. Коли мы живем в Кирове, наш театр называется именем Кирова, значит, надо знать, кто это. Понимая свое прошлое, мы больше понимаем про самих себя сегодняшних. Вот цель. Помимо рассказа о судьбе Кирова, актеры драмтеатра покажут несколько эскизов спектаклей о Владимире Маяковском. Кстати, эскиз спектакля отличается от обычной постановки только отсутствием костюмов и декораций. Кроме того, режиссеры и актеры прочитают гостям несколько лекций и вместе узнают секреты архивных документов. Проект «Механика памяти» начнет работу в кировской драме 30 января.